Вот этого сейчас пробью, смотрим, смотри, сейчас пробью, смотрим, смотри. А я говорил, а знаете почему? Потому что это ебаная статистика. Я не могу 4 раза подряд не пробить в те позиции, в те точки, в которые я должен пробивать. Не могу. Прописано в игре то, что обязан пробить 4-й или 3-й снаряд. 3-й или 4-й, если быть правильным. Здорово, Артёнок. Тише, 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 мой маленький, тише, 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 мой маленький. Сейчас мне надо 4 раза промахнуться, чтобы потом его закинуть в башенку. Подождите. Ребята, сейчас будет проверка гайда. Сейчас мне надо его протестить. Вы скажете, что я ебанут, а я скажу да. И что? Я сейчас объясняю смысл своего действия. Я сейчас стрельнул один раз, не пробил его. Потом второй раз стрельнул, промахнулся просто в пустоту. И сейчас третий раз стреляю ББшкой просто в стену. В итоге я выстрелил 3 раза. И по ВГшным всем подкруткам, откруткам, они посчитали то, что 3 раза у меня мимо. В итоге сейчас 4-й выстрел должен быть в башенку, учитывая то, что перед этим было 3 промаха. Смотрим. Ебать! Сука, я говорил, блядь! А я говорил! Блять, у меня эта теория, блядь, давно была. Она давно была, блядь. Вот она, нахуй. Вот она, сука, скриптовая хуйня, блядь, прописанная вся на скриптах. Вся, блядь. Вся, блядь, на скриптах. Вся. Сука. Я знал, блядь. А я знал, блядь. А вы мне не верили. А я знал. Лежать, блядь.